Так, коллеги-подписчики, всем привет! Сегодня приехал, значит, объект, обработка по тараканам. Обрабатывать буду препаратами без запаха. Маленькие дети просили, чтобы... Ну, то есть, после проветривания запаха не останется. Вот. Так что, начинаем обработку. Your heart.
значит, маленечко обработал туманом. Сразу видно, вон они начали вылезать. Отовсюду вон. Сейчас я поближусь. Вон они. Большие, маленькие. Начинают сейчас вылезать. Ну вон уже видно, в раковину набежали, пытаются отпиться. А вон здесь сколько валяется уже мертвых, видите. То есть препарат очень хорошо работает, вон они. Какие-то еще, конечно, бегают он. Вот такие вот штучки, ловушечки. Вот я никому прям не рекомендую их ставить. На мой взгляд, они только наоборот привлекают тараканов еще больше. Что вот такие вот ловушки. Очень часто вижу у людей в квартирах, зараженных тараканами, вот такие вот штуки. Вот они. Ни в коем случае я своим клиентам не рекомендую ни штучки такие, ни дешевые гели. То есть это все не работает, а только наоборот привлекает тараканов. Вон они ходят. Сейчас я, пожалуй, еще разочек туманом пройду. Сейчас покажу еще. Вон, давай. Она уже еле держится. Вылезает. Вот тут уже на меня нападает. Он ходит. Рост, только иди нафиг. Сейчас еще разочек обработаем, чтоб эти подсдохли, и будет отлично. Все, коллеги и подписчики, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!